Ряд социальных объектов открыли в Талдыкургане ко дню города. 20 лет назад он стал административным центром Алматинской области. С тех пор здесь выросли новые жилые микрорайоны и социальные объекты, а население увеличилось в 4 раза. Гульнар Жандасова расскажет, какими событиями ознаменовалась для талдыкурганцев эта дата. Памятник Аяулы Алакан открыли в дань уважения медицинским работникам, самоотверженно трудящимся в пандемию. Сегодня в системе здравоохранения области работает около 1000 медиков. 14 из них отдали жизнь в борьбе с коронавирусом. Это как символ того, что они не забыты. И впереди все еще есть большая надежда, что наш мир вернется в хорошую жизнь, что будущее наших детей будет счастливым. Я желаю, чтобы поскорее мы победили эту болезнь. Для семьи Айбека Умарова юбилейная дата родного города стала настоящим праздником. В этот день ему вручили ключи от трехкомнатной квартиры. Вместе с ним новоселами стали еще 55 талдыкурганцев. 10 лет сын с семьей ждали, когда им дадут квартиру. Для молодой семьи это большая радость. Пусть в этом доме царит только счастье и благополучие. Когда мы приехали, здесь не было ни горячей воды, ни тепла. Жилье все было разрушено. Надо было поднимать социальные объекты. Школы, больницы, детсады. Все это за 20 лет было сделано. Несколько микрорайонов построено. Свыше 1 200 000 квадратных метров жилья. Еще одним подарком ко дню рождения областного центра стали 55 новых автобусов. Они переданы предприятиям-перевозчикам в лизинг на 7 лет. И, по словам руководства региона, в ближайший год на городские маршруты выйдет не меньше сотни автобусов. В день города звание почетного гражданина Талдыкургана присвоили 6 жителям. Гульнар Жантасова, Хонуш Тургенбаев, Хабар 24, Алматинская область.